Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр Тыненко, и у нас начинается новый проект. И, скорее всего, он будет называться «Автостиль». Почему на «Автостиле»? Потому что, ребят, мы собираемся купить корч и тюнинговать его. Этим я заинтересовался уже очень давно. В общем, ребят, этот проект на канале я буду выкладывать очень редко, потому что, ребят, мне, школьнику, будет очень трудно заработать деньги на такое авто. Поэтому, ребят, давайте сейчас зайдем на РСТ и посмотрим уже машинки подходящие. Поехали! Так, ну что ж, ребят, вот мы зашли на РСТ и нашли уже подходящую машинку для нашего проекта. Давай ее людям покажем. Вот, смотрите. Так. Давайте просто помолчу. Вот в салоне такое. Продавец пишет, что тут сиденье от Audi A6. Ну, в принципе, я в этом не уверен. Я, в принципе, не знаю, какие сиденья у нас в Audi A6. Я пока только смотрю видео про Жигули и стараюсь что-то узнать новое об этих машинах. Так, ну что ж, ребят, мы только что нашли и показали подходящую машинку, которая стоит 22 тысячи гривен. Эта, ребят, машинка для меня очень дороговата, но все равно, ребят, насобираю достаточно денежек, чтобы купить на примере такую машинку. Мы, ребят, будем собирать деньги, подрабатывать, чтобы насобирать на этот проект. Ребята, проект будет очень долгим, и значит, мы будем выкладывать видео очень редко. Но бросать канал, ребят, я вообще не собираюсь, потому что, ребят, как бы канал бросать это очень глупо, когда уже создал такой проект. Но, ребят, на данный момент у меня мой бюджет составляет 0 рублей. Можете все свои вопросы, ребят, писать мне на почту, вот она будет здесь. Ребят, по возможности постараюсь ответить всем людям, которые задавали мне вопросы. Ну что ж, ребят, в этот заключительный момент я буду с вами прощаться, поэтому ставьте лайкосики, обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ребят. Я извиняюсь. Все, всем удачи, ребят, всем пока.